Здравствуйте. Сейчас мы на практическом примере WebMoney переведем на карту Visa или MasterCard. Мы будем использовать обменник UA. Сейчас объясню, почему я его выбрал. Есть такой сервис BestChange, который производит мониторинг обменников. И что мы сделаем? Выберем VMZ, к примеру, на Visa MasterCard. Рубли или гривны разницы нет. Здесь выходит в первых позициях вот этот обменник UA. У него одни положительные отзывы и достаточно баланс. Меня он устраивает полностью. Перед тем, как нажать «Обменять», я предлагаю вам пройти регистрацию. Тогда вы будете собирать вот такие бонусы. Где-то 0,2-0,4 доллара при каждом 100-долларовом обмене. Чем больше будет объем обменов, тем больше бонусы. И когда они набегут 10 долларов, вы сможете на кошелек ВМЗ себе их вывести. Выбираем ВМЗ на карту. Вот я выберу гривны. Ну, можно, видите, рубли выбирать спокойно. Доллары. Отправка будет происходить 3-6 банковских дней. Ну, посмотрим. Комиссия 1,95 доллара плюс 1%. Тоже посмотрим, как будет в нашем практическом примере. Для нормального перевода я предлагаю переводить хотя бы 50 ВМЗ. Вот, заведя в окошко, мы видим, что должно быть 54. Получится 375 гривен. И вы видите, после регистрации у меня кошельки будут в выпадающем меню. Давайте более детально поговорим об процентах. Очевидно, что 1,95 это невыгодно менять на маленькие суммы. К примеру, вот при обмене в 5 долларов нам остается только 3. 2 доллара заберут. Когда мы меняем 10 долларов, видите, остаются те же 2 доллара и нам 8. И так далее по возрастающей. И вот уже на 50 вполне сносные 4% нам остается почти 47,5 долларов. И так далее. На 1000 долларов уже этот процент кажется вообще маленьким, 0,2%. Жмем «Обменять», и обменник называет нам номер заявки. Для того, чтобы прошла операция, должно быть 54 ВМЗ. И мы получим 375 на такую-то карту. Если все правильно, больше 15 минут ждать тут нельзя, жмем «Обменять». Теперь система спрашивает у WebMoney, отдавать ли нам эти деньги. Для этого я, к примеру, вот выбираю свою KeeperMini, ввожу email и пароль, и капчу с картинки. Жму далее. WebMoney практически согласен, но хочет подтвердить эту операцию, получить код на SMS. Пожалуйста. Итак, пришла SMS-ка, мы ее вносим и жмем платеж подтверждаем. WebMoney говорит, что оплата произведена. Обменник говорит, что исходящий платеж ушел. Осталось ждать, когда придет на карту. Вот в этом и вопрос, да? Сказали, что карта от 3 до 6 дней. Через 30 минут уже пришла смс-ка вот с таким текстом. Операция на сумму 375 гривен на карту прошла успешно. Я надеюсь, это видео поможет вам осознанно делать вывод денег в WebMoney на любую карту любого банка, Visa или MasterCard. Под видео есть все необходимые ссылки. Подписывайтесь на видеоканал. Все ваши вопросы по этой теме будем рассматривать в комментариях и решать их. До встречи!